У Беларуси протягивается республиканская акция «Бяспека у кожный дом». Яе мета – попередить пожары и гибель на их людей. Шарговое профилактичное мероприемство вратовальники сегодня провели у Хойницким районе. Место выбрано не выпадково. У минулым месяце на пожарах тут загинули 3 человеки. Олег Сенцеров протягнет тему. Профилактичная акция у Хойниках начинается с наведывания сотрудниками МНС приватных домовладельцев. За несколько годин им необходимо обойти свыше 400 подворков. Главная увага – стану печного отопления и электропроводки. Когда у дом подведенный газ, увага обязательно будет звернута на справность котла. И в любом выпадку господаров просить показать пожарный оповещальник. Местовая жихарка Ольга Карась каже, что за все заклопотелась об власной безопасности. Допомогу у этом женщине оказывают и местовые органы улады, которые выдатковали гроши на замену у доме старой электропроводки. Там, где, допустим, я не пользуюсь, я туда не захожу часто, выключатель нормальный. А тут, если 100 раз на кухне включаешь, выключаешь, ну вот оно что-то там заело, вот я его поменяла. Я тоже боюсь, потому что я одна живу, а кто мне поможет? Извещатель у меня есть, пожарник, мужчина, устанавливаю. Так что я им благодарна, что, ну, хоть что-то я защищена. Особливая увага подчас наведывания домовладельцев со старелым и особам, которые злоуживают спиртными напоями. Статистика свечит, именно у их квартирах пожары отбываются наиболее часто. Особо будет уделено внимание группе риска, как мы ее называем. Это люди, ведущие социальный образ жизни, и люди преклонного возраста. Проведя аналитику пожаров, мы видим, что наиболее часто гибнут на пожарах именно данная категория граждан. А прича проведения тлумачальной работы, замацовать навыки безопасной жизнедеятельности у Хойниках вырешили про проведение квест-гульни. Команды сформировали с категорий, которые наиболее часто трапляют у пожарные зводки. Квест-гульня, как элемент профилактической работы с населением, вы находитесь в Хомельской области. У першиню она прошла у соковику минулого года у Жлобине. Эффект оказался настолько значным, что с этого года Министерство по надзвичайных ситуациях рекомендовало проводить такие гульни во всех городах Беларуси. Задание квест-гульни нескладанное. По сутности, удельники трапляют в ситуации, которые могут возникнуть в звичайном жизни. Безпека на льоде, первая медицинская допомога, ликвидация узгорания у квартиры, эвакуация. На этой пляцовце удельники проходят задымленное помешкание. Газ хоть и бутафорский, але радость после переодоливания этой перешкоды соправдная, как и вогуле после усёй квест-гульни. Нам в центр приезжают из МЧС и часто показывают видео. И вот мы уже сами с вами запоминаем. А у нас дома печное отопление, поэтому, ну, познавательно как бы. Профилактичная акция у Хойниках завершается с встречей вартовальнику с насельством. Лишбы, которые огучиваются, не могут покинуть равнодушным. Только летось у Беларуси на пожарах загинуло 513 человек. Это суправнально с насельством средней по померах вёски. Когда бы люди ставились до властной безопасности больше уважливо, эта лишба могла бы быть меньшей у разы. Олег Сентеров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Хойницкого района.